Пьяный павлодарец угнал автокран и пытался скрыться от полиции. Стражи правопорядка заметили подозрительную машину во время патрулирования улицы Ломова. На законные требования остановиться мужчина не реагировал. Более того, во время погони он повредил 4 служебных автомобиля и 1 припаркованную машину. Водителя задержали на улице Малая Объездная, когда, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание. Водитель 1999 года рождения, житель города Павлодар, при задержании находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило это. Установлено, что водитель данную автомашину угнал, при этом не имея водительского удостоверения. Полиция по факту угона начато досудебное расследование по статье 200 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, в отношении водителя завели административные производства. Материалы отправлены в суд для принятия решения.